В Акмолинской области стартовала 70-я легкоатлетическая эстафета на призы газет «Степной маяк» и «Кокшетау». По традиции забег посвятили победе в Великой Отечественной войне. Впервые он прошел в 1947 году, и с тех пор эстафета стала неотъемлемой частью спортивной жизни региона. В нынешнем забеге участвует свыше 800 человек, в том числе и аким города. Общая протяженность эстафеты – 3600 метров. Я хочу занять сам лично в личном счете первое место из трех. Ну и команда тоже хочет занять все первое место. Участвуют 24 команды, и среди них это школьники, учащиеся колледжей и студенты вузов. И отдельно идут производственные коллективы, предприятия, учреждения. В прошлом году участвовали вот среди предприятий, например, банковские работники. В этом году департамент КНБ изъявил желание участвовать. В общем, ежегодно количество участников увеличивается, и 70-я юбилейная, она показала, что участников не меньше, и она становится еще более популярной.